Я над пропастью крылья сложу, от свободы полет опьянее. Я давно ни о чем не жалею, я давно никому не служу, кроме правды и Бога, что силы дает подниматься и снова идти вперед. До конца достоять и себя держать, за отца, за детей, за жену и мать. Доказать, доползти, долететь, доплыть. До конца на земле человеком быть. Я уже не боюсь не успеть, все оплачено мною вчерашним. И не страшно уже, и не важно все, что не досказать, не допеть. Если правда и Бог мой, что силы дает, поднимают и снова ведут вперед. До конца достоять и себя держать, за отца, за детей, за жену и мать. Доказать, доползти, долететь, доплыть. До конца на земле человека. Руслан Алехно сегодня у нас в гостях. Это программа «Музыка Плюс». Я Юлия Розенберг. Добрый вечер. Руслан, приветствую. Приветствую вас, Юлечка. Приветствую, уважаемые зрители, телезрители. Руслан, вы исполнили песню, с одной стороны, патриотическую, а с другой — философскую. «До конца на земле человеком быть». Для вас что значат эти слова? Наша жизнь, она... У каждого, по сути, однообразное, да, только у каждого разные вопросы, разные проблемы, радости, разные ситуации. И в любой ситуации, какой бы ни приходила в нашу жизнь, в наши семьи, такие, какие бы ни были обстоятельства, очень важно сохранить в себе человеческие качества и оставаться человеком. И самое главное, не забывать о своих предках, традициях, всех тех ценностях, которые вложены в каждом из нас нашими родителями, нашими предками, бабушками, дедушками. Это очень важно. Потому что порой за крылом наших будней нас куда-то несет, и мы теряем себя. Это очень важно, остаться человеком во всех ситуациях. Но я не проповедую ничего, ребят, да, честно. Это действительно важно, конечно. Еще одна мысль из вашей песни. «Я давно никому не служу, кроме правды и Бога». Как вы определяете, где правда? Каждый человек чувствует правду. Правда в глазах. Глаза – зеркало души. Ничего больше не нужно рассказывать. Мы это чувствуем. Мы это видим в жизни. Мы с этим сталкиваемся. С ложью и с правдой. Где правда, там истина, там Господь.
А где ложь? Я думаю, что об этом даже не стоит рассказывать. Вы не раз бывали на Донбассе. Как и когда вы приняли решение туда поехать? Я об этом не очень люблю рассказывать. Как бы. Это то, я считаю, что должно быть на каким-то таким, как бы завесой. Да? То есть вот то, о чем не нужно говорить. То, что нужно делать. Я бывал и в Чечне несколько раз, и бывал в Сирии несколько раз, и на Донбассе. Я буду продолжать это делать, туда приезжать, поддерживать наших бойцов, героев, я считаю, которые сражаются за будущее нашей страны, наших детей. Это тоже как служение получается? Или ну, что это для вас? Это призвание, это долг, понимаете, да? То есть, да, конечно, мы не бегаем с автоматами, мы не участвуем сами в боевых действиях, но мы делаем какое-то дело для поднятия боевого духа наших бойцов. Делаете даже больше. Давайте посмотрим на экран. Александр Агнесов. Пожалуйста. Приходят прихожане. Да, беру Александра. Пусть приходят прихожане, молятся. Я думаю, вы найдете здесь достойное место, да, в вашем монастыре. По благословению Владыки Луки. Руслан, расскажите, где это было, когда и что это за икона? Наверняка какая-то особенная. Это город Мелитополь. Это 2022 год. И это монастырь, и это настоятель монастыря. По-моему, 8-я поездка на Донбасс моя была. А перед тем, как ехать туда, я все-таки решил что-то привезти. Ну, не стандартную историю, там, а вот такого формата, потому что все-таки ну, икона – это как бы святыня, и Александр Невский – это воин. Есть такой близкий друг мне в Москве, Петр Иванович Кононенко, который возглавляет фонд Андрея Первозванного. Он меня познакомил с мастером в Алипии-Печерском мастерской, где я заказал эту икону, ее писали 3 месяца. И вот эта икона Александра Невского сейчас находится в монастыре города Мелитополь, куда приходят, я уверен, прихожане и молятся Слава о спасении душ наших грешных и о мире на земле. Вдоль линии фронта многие храмы разрушены, но службы там все равно проходят. Почему люди не боятся приходить туда? А так было всегда. Во все времена, и когда происходили войны, православные люди молились о спасении страны, земли, вне зависимости от того, что происходит вокруг. Я считаю, это тоже герои, которые приходят под пулями, рискуя своими жизнями, во имя Господа нашего Иисуса Христа молятся. Вот посмотрите, да, на эти храмы. Это, если это смотреть вживую, я вам скажу, что до дрожи. Вот это все. Ну как вот мы живем в 21 веке, вы смотрите, что происходит. А Господь есть любовь, понимаете, да? Наверное, мы должны вот пройти через такие какие-то скорби, но православный дух не сломить. Ведь всегда, испокон веков, была борьба между добром и злом. Добра за что? За душу человека. Собственно говоря, а дальше выбор за нами. На какую мы сторону станем, добра или зла? Поэтому русский дух, православие, не сломить. Это объединяет. Благодаря этому мы сильны. Стены разрушить можно, но дух не сломить. Согласен. И молитва очень важна. Да. А какое самое сильное впечатление от поездок на Донбасс? Я думаю, что это общение с людьми. С такими же, как мои бабушки, дедушки, как мои родители. Общение с ними. Стоя рядом, глядя в их глаза, отвечая на их вопросы. И, конечно же, дети. Там 8-7 лет дети, которые пережили то, что мы не пережили. То, что наши предки переживали когда-то. И у них взгляд другой. Какой? Взгляд мужества. Взгляд силы. Не взгляд растерянности, страха, а взгляд силы и мужества. И не им нужно учиться у нас, а нам у них, стоя рядом с этими детьми.
и глядя в их глаза. Может быть, какой-то детский вопрос больше всего вам в душу запал? Не помните? Вопрос. Мы были, у нас была поездка в Херсонскую область, город Геническ, и была девочка 5-летняя, которая после выступления моего зашла ко мне за кулисы, упала мне на, так сказать, на руки и провела со мной вот остаток этих там полтора часа. Она меня не отпускала. Она назвала меня папой. В зале сидела мама еще с двумя детьми. И вот это, знаете, вот это расставание. Я уехал, ребенок рыдает. Я вам честно говорю, просто у меня самого дочь. Ребенок рыдает. И я думаю, как же так? Вот как же так? Вот я почему? Вот как, что мне сделать для нее? Ну как? Понимаете, вот этот ребенок. Это же такие же, понимаете, дети, да. То есть, но они другие. Они видели войну. Мы пошли там за кулисы к ребятам, моим артистам, коллегам. Кто-то шоколадку подарил, кто-то там что-то, какую-то апельсинку, кто-то что-то. И она набрала в ручки вот этого всего. И мне, так сказать, на шею. Я, говорит, тебя не отпущу. Вот, и я уверен, что если я приеду, вернусь опять туда же, я с удовольствием найду эту девочку и привезу ей подарок. Возвращаясь к теме веры. Руслан, а ты был в Киево-Печерской лавре? Это был, наверное, год 2006. Вот это был мой последний мой визит именно в Киево-Печерскую лавру, в святыню в эту. После этого периода времени я не бывал там ни разу. Несмотря на то, что я пребывал вот в этом, так сказать, историческом месте, но в Киево-Печерской лавре больше не был. Давайте посмотрим на экран. Вы наверняка следите за событиями, которые происходят в этой православной святыне. Безусловно. Это можно понять верующему человеку, то, что происходит? Это невозможно понять верующему человеку. Цени людей по их поступкам. По каким поступкам? По таким поступкам. Когда разрушают святыни, да? Когда издеваются над монахами, над батюшками, выгоняют из храмов православных людей. Это поступки. Это не поступки. Это подобно самоубийству. Да будет нам по делам нашим, каждому. Вот и все. Тяжело осознавать, за этим наблюдать. Я понимаю, как там тяжело тем людям, кто приходит туда. Кто приходит, понимаете, да? Несмотря ни на что. Отстаивают. Вот. Теперь уже нет сомнений в том, что на Донбассе мы сражаемся и за веру в том числе. Безусловно, да, конечно. Дай Бог каждому герою вернуться к своим любимым. Это очень важно, чтобы каждый из них вернулся домой живой. Слушаем песню «Ждет меня любимая». Прямой наводкой, точно пулемет, разрывая глотку, бил, стреляя в рот. Разлетелись клочья, синие глаза, заливало поле алая роса. Разоделись сосны в красный сарафан. Вечер болью сожженный, умирал от ран. Ждет меня любимая, ждет меня домой. Здесь моя семья,
Здесь мой дом родной, здесь моя любимая, здесь мой дом родной. Я вернусь живой, я вернусь домой. Налетели стаи 47 стрекоз, кровью обливая крылышки берез. Коршуны без крыльев били наугад, город превратился в краснощекий ад. Шевелилось поле, издавая стон, русское раздолье золотых богов. Ждет меня любовь, на утро пеплом занесло. Время встало в ступор, спрятавшись в дупло. Напиталась болью ржавая земля и упала с неба детская слеза. Ждет меня любимая, ждет меня домой. Здесь моя семья, здесь мой дом родной. Здесь моя любимая, здесь мой дом родной. Я вернусь живой, я вернусь домой. Ждет меня любимая, ждет меня домой. Здесь моя семья, здесь мой дом родной. Здесь моя любимая, здесь мой дом родной. Я вернусь живой, я вернусь домой. Домой. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Руслан, вы из семьи военного. Правда, что умение ждать – это главная особенность офицерских жен? Ваша мама с этим сталкивалась? Это точно. Я вообще поражен не только своей мамой, но и своей тещей, своей супругой. Вот, потому что у них тоже мой тесть военный, в Афгане служил. И знаете, вот они говорили, когда прилетел вертолет и улетел. Отец, муж не знали, вернется или нет. Поэтому это очень сложно. Это, я считаю, ответственно, наверное, да? Ведь женщина является хранительницей очага, и ради женщин каждый совершает поступки. И ради женщин, ради жен, ради своих мам, матерей, те, кто на фронте, те, кто вот каких-то находятся горячих точках. Ради них они сражаются, ради детей. И, конечно же, вот это ожидание веры, молитвы, это все очень помогает. Я преклоняюсь перед ними за вот это героизм и мужество и терпение, великое терпение. Жена офицера, надежда и вера. Так точно. А вы говорите своей супруге, в своей семье, когда вы уезжаете в командировки в горячие точки? Ну, знаете, не всегда. Вот так было с поездкой в Сирию. Я не сказал, где я был. Как раз это был 2015 год, декабрь, 25 декабря. Я вернулся через там, пару дней и потом только сказал. Но было несколько раз, когда я, естественно, говорил, куда я еду. И тут я за что благодарен? За то, что супруга никогда меня не пыталась остановить. То есть она понимала, что если я решил так, то я это сделаю. Поэтому в этом плане
Ни разу не было разногласий, чему и за что я ей благодарен. Руслан, вы 4 года тоже отдали армии. 2 года срочная служба, потом 2 года службы по контракту. 1,5 года срочная служба была. А, 1,5 года. И 2,5 года по контракту. В вашей семье вопрос, служить или нет, не стоял? Не стоял, потому что у меня отец военный. Я служил в армии, и брат мой родной служил в армии. Вот. И более того, отец хотел, чтобы я стал военным, пошел по его стопам, потому что покойный дедушка, он также был военный. В общем-то, династия такая. Но меня судьба завела в другую сторону. Вот это я в ПВО. Вы служили в войсках ПВО. А потом перевелся в ансамбль песни и танцы. Вот. И я вам скажу, что я не жалею. Хотя я вам скажу так, что я не хотел идти в армию. Очень. У меня такой был период в жизни, когда окончил автотранспортный колледж, там, любовь. Какая армия, ребята? Что, какая армия? Но отец все сделал, чтобы я пошел. И я ему уже об этом сказал спасибо, поблагодарил спустя месяц. Вот, спустя месяц. Что вы поняли через какой же месяц он в армии? Что он правильно сделал, что отправил меня в армию. Я бы неизвестно, кем бы был и стоял бы сейчас здесь или нет. Это тоже, уверен, заслуга отца. Угу. Вот. А что армия вам дала? Закалку характера. Пунктуальность. Я считаю, мое мнение, каждый мужчина должен служить в армии. Не должен, а обязан. И вот эти все качества, которые есть, мужские качества, да? А закалка характера, пунктуальность. И самое главное, если ты сказал слово, сдержи это слово. Это все дает эта история. Никак иначе. Армия способствовала вашему творческому росту? Безусловно, безусловно. Ведь до армии я окончил музыкальную школу, работал в ресторане, пел. И в армии я не терял это все, это, понимаете? То есть я продолжал петь, заниматься. Потом перевелся в ансамбль песни и танцы, где уже профессионально выходил на сцену, не уже не сцена ресторана, а сцена больших залов с оркестром. Более того, мы много где ездили по гастролям. Вот. И дальше уже стал вопрос репертуара, собственно. То есть песни петь чужие, не свои, прекрасно, но свои песни — это все-таки лицо артиста. Я считаю, что лицо артиста — его репертуар. Правильно я понимаю, что все-таки вот эти вот все качества, которые вы говорите, вы получили в армии, вас их и отец с детства закладывал? Ну, это 100% отец. Дисциплина — это только к отцу. Отец и мама. А когда отец уезжал в командировке, естественно, мама была, так сказать, на страже и на воспитании. Вот. И поэтому это только родители. Вообще все, я считаю, все наши ценности заложены в каждом человеке — это заслуга родителей наших. А уже задача другая наша — сохранить это все и приумножить, либо растерять по жизни. Поэтому им огромное спасибо за это. В который раз вы подтверждаете мысль, что все мы родом из детства. То состояние человека, которое, к сожалению, не вернешь, но воспоминания ностальгические, теплые и добрые, они греют нас, каждого из нас. Возможно, в холодные зимние вечера. Слушаем вашу следующую песню. Спасибо вам, родители. С большим удовольствием. Просим. Как часто мы в стремлении за мечтой себя и настоящее теряем, и тем, кто в жизни самый дорогой, сказать порой спасибо забываем. За солнце свет, за счастье быть собой, за право жить и верить в свои силы. За корни, за крылья надо мной я говорю. Сегодня вам спасибо за радость детства, сердце без обид, за все, что есть и все, что с нами было, и за что каждый день хранит. Спасибо вам, спасибо.
Спасибо вам, родители мои. Глаза отца и мамина слеза простят за все без слов нас, понимая. Но их понять мы сможем до конца, лишь только став родителями сами. За солнце свет, за счастье быть собой, за право жить и верить в свои силы, за корни, за крылья надо мной. Я говорю сегодня вам спасибо за радость детства, сердце без обид, за все, что есть. Все, что с нами было, и за любовь, что каждый день хранит. Спасибо вам, спасибо вам, родители мои. Низкий поклон, дорогие наши родители. Спасибо. Очень правильные слова. Анна Силук. Стихи Олег Шаумаров. Музыка. Руслан, а ваши родители живут в Белоруссии? Да, мои родители живут в Белоруссии. Братья и сестры живут в Белоруссии. Все родственники, в общем, живут в Белоруссии. А родина и дом – понятия для вас равнозначные? Ну, родина и дома, я считаю, в принципе, это все, считаю, для меня глубокое понимание малой родины. Это то, где я родился, дом, те улицы, по которым я ходил, гулял, вырос. И знаете, я думаю, что со временем, с годами моего взросления, вот это состояние внутри и понимание родины, дома, малой родины росло со мной. Это очень важный момент, это очень важная составляющая моей жизни. Это то, где я черпаю силы, если можно так сказать, когда туда приезжаю. На родину, в город Бобруйск, в родную Беларусь, которую я очень люблю. И для меня отчий дом, родительский дом, это важная составляющая моей жизни. Меня туда тянет, где бы я ни находился. Может быть, сейчас многие удивятся или там не поверят. Я сплю там по-другому. Вот верите? Сплю по-другому там. Лучше? Да, лучше. Как-то спокойнее. Мама там в соседней комнате. Папа там тук-тук-тук. Поздно не гуляй. Вот, поэтому очень близкая история, очень близкая. Понимаю вас прекрасно. А вы себя позиционируете как белорусского артиста или российского? Знаете, я считаю себя, и так сложилось, и так по воле судьбы, и по моей крови я белорусский артист. Меня так ассоциируют, меня так воспринимают, и я этим горжусь. Несмотря на то, что я живу в России долгие годы и выступаю на российской эстраде, не забывая о белорусской эстраде, меня все равно воспринимают как белорусский артист. Мы все, мы братья славяне, русские, белорусы, мы единый народ. У нас общая культура, традиции, ценности. И мы вместе. А вместе мы сила. Это очень важно. Это точно. А чего белорусского вам в России не хватает? Картошечки. Почему-то я так думала. Вы знали, да, ответ? Да. Так хочется иногда драничков, да из белорусской картошечки, да и натереть ее на терочку. Я же сам готовлю. Да как поставить ее в печку, которой нет. Да как накормить семью и друзей. И самому тоже потрапезничать. Ах, вот этого мне не хватает.
ностальгируете. Да, да. Я же человек, конечно. Мы действительно братские народы и очень похожи. Как вы думаете, в чем основное отличие россиян и белорусов? Я не думаю, что отличие есть какое-то. Мы все разговариваем на русском языке. Конечно, где-то в глубинках Беларуси разговаривают на белорусском языке, да? Я думаю, что и в России есть разного рода глубинки, да, вот, и с акцентом это ощущается в Вологодской области, там еще где-то, когда бываешь на гастролях. Но я не вижу разницы, да? Вот я не вижу разницы между русским и белорусским народом. Угу. Братья-славяне, какая же может быть разница? Главное, что нас объединяет, это любовь к хорошей музыке. Просим? Именно так. «Будешь моя». Да, с удовольствием. Просим. Для вас. Тысячи лет, сотни дорог, как же я жил, не знаю. Счастье мое, что для тебя, ты лишь одна такая. Тысячи встреч, сотни причин, счастье ценой мири. Ты обожгла словом одним, тихим своим верю. Будешь моя ласковая, будешь моя искренняя. Ты для меня радость моя, ты для меня избранная. Будешь моя ласковая, будешь моя искренняя. Ты для меня радость моя, ты для меня избранная. Глаз твоих свет, это маяк, как же я жил, не зная. Счастье мое, что для меня, ты лишь одна такая. Нет больше слов и не нужны, звучит наша песня. А впереди жизнь на двоих, целая жизнь вместе. И будешь моя ласковая, будешь моя искренняя. Ты для меня радость моя, ты для меня избранная. Будешь моя ласковая, будешь моя искренняя. Ты для меня радость моя, ты для меня избранная. Нет больше слов и не нужны, звучит наша песня сейчас для вас. А впереди жизнь на двоих, целая жизнь вместе. Будешь моя ласковая, будешь моя искренняя. Будешь моя искренняя, ты для меня радость моя, ты для меня избранная моя. Спасибо вам. Спасибо. Мы очень рады, правда, что сегодня с вами здесь. Студии с вами. И мы очень рады. Спасибо. Спасибо огромное. За такую романтичную, красивую песню. Спасибо. Теперь не о романтике. Давай как. О чем угодно. О серьезном, да.
В 2020 году вашу родную республику Беларусь сотрясали протесты. Как вы тогда реагировали на это все? Для меня это было большой такой трагедией. И я не мог оставить свою страну. Я 9 августа 2020 года в день выборов приехал туда, в Минск. Обязательно проголосовал за Александра Григорьевича. И это делаю каждый раз. И это моя позиция. Она не менялась никогда. И я был там. Я считаю, что в такие периоды вот этих моментов, которые происходят извне, да, вот эта вся история каких-то там навязанных ценностей, да, я считаю, это химера вообще ценностей европейских. Артисты, люди творческих профессий, возможно, даже спортсмены, должны быть вместе. Мы должны быть едины, да. Нас не должно качать в разные стороны. Мы же в песне это говорим, выходя на сцену. Правильно? А почему мы не можем об этом сказать в жизни своей? В обычной жизни. И это такой момент, который меня лично затронул, потому что ситуация разделила, да, нас, артистов. По интересам, наверное, по каким-то другим качествам. Но это не мне судить. Я знаю одно, что благодаря именно президенту страны Беларусь осталась процветающей, мирной, независимым государством, союзным государством России, братской сестрой, братским народом, сестрой Беларуси и России. И ведь народ, простой народ проголосовал искренне, сердцем. А то, что там стали происходить, это все эти вбросы непонятные. Ну и результат. Где они сейчас все у нас? Ответ на этот вопрос каждый знает. Поэтому к таким событиям я считаю, что это тот момент, когда нужно стать на защиту своей страны. То есть не просто, понимаете, что такое быть патриотом? Это не просто любить, уважать и ценить культуру своей страны. Это как бы да. Но я считаю, что патриотизм – это то, когда человек, вне зависимости от профессии, вероисповедания, конфессии, в трудную минуту станет на ее защиту. На своем месте делать свое дело. Да, именно вот делом. Да. Вот это очень важно. Да. Поэтому свою родину я в обиду не дам. Ваш родной город Бобруйск, географический центр Европы. Ничего себе. Как вы думаете, почему? Да, представляете? Реально? Я никогда не думал, что центр Европы. Ну, раз так считают, пусть так и будет. Так написано в справочниках, да. Не на заборе, поэтому я Интересно. Этому поверила. Ну хорошо, я не буду рушить ваши, так сказать. Допустим, это так. Хорошо, так. Да? Вот как вы думаете, почему там европейские ценности не закрепились? А потому что у нас менталитет другой. Вообще, в принципе, у нашего народа, у белорусов и русских, мы за традиционные ценности, за институт семьи, за демографию и так далее. А что нам предлагают? Я даже не хочу озвучивать. Угу. Поэтому это, я думаю, что вряд ли Бобруйск центр Европы. Я сомневаюсь. Это прям черт меня от этого. Не может быть такого. Там, да, там стоят крепости Екатерины II, 1812 года. Екатерина II вообще моя любовь. Течет река, течет река Березина, через которую бомбили Наполеона. Город, да, такой очень мной любимый. Ну, вы сейчас меня расстроила. Нет, просто я не знал. Я обязательно сегодня позвоню после эфира. Узнаю, правда ли это. Если это правда, скажу, вычеркните вот это все.
из этих справочников, чтобы этого не было. Да, действительно, Европа сейчас сделала все, чтобы каждый из нас сейчас вообще никак не хотели себя с ней ассоциировать. Ну, знаете как, а мы же родились с вами и все, кто здесь присутствует в студии, в Советском Союзе, в 20 веке. У нас же этого не было ничего. Вы помните то время? Класс. Практически да. Ну, письма писали из армии, даже я это делал. Письма. Сейчас эта традиция ведь тоже возродилась. Я забыл, как писать, понимаете? Письма писать на фронт. Да, сейчас эта традиция возродилась. И дети пишут нашим парням, и парни пишут нашим детям. Вот. Политика отмены России, по сути, антикультурна. Как ты считаешь, это вообще возможно? То, что они хотят разрушить, это... Но это равносильно самоубийству. Ну, взять, не знаю, там, что угодно. Все строится на русской культуре. Я думаю, это просто путь в никуда. Это тупик. Для них тупик. А для нас? А для нас, а что мы? С чем мы на них равняемся? У нас будущее великое. Угу. Великая Россия. А мы еще больше... У нас, понимаешь, поколение рождается. Поколение, которое будут лучше нас. Которое уверен сохранять в себе все ценности, которые... переданы предками, я об этом говорил. Сохранят и приумножат. Вот правда. Будьте здоровы. Да. А для нас это очередной повод объединиться, еще больше всем показать, какие конечно. Русские. Кузькину мать. Кузькину мать. Растет поколение. Будущее страны Великой России. Вот. Вот куда на что нужно ориентироваться. Они знают то, что там запрещают. Пусть запрещают. Сами себе. Да. Назло всем, мы будем счастливыми. Именно так. А мы будем счастливыми для вас и вместе с вами. Суета бесконечная, день сменяется днем. И несемся по встречной мы, догоняя свое. А так хочется выдохнуть и с дороги свернуть. Снова встретиться с близкими и душой отдохнуть. А мы будем счастливыми, улыбаясь и празднуя. А мы будем счастливыми. Начинайте свой новый день с новых слов о любви. Мы так редко общаемся, ищем повод для встреч, забывая, что главное нам друг друга беречь. И тогда можно выдохнуть и уверен. И тогда можно выстоять и во всем победить. А мы будем счастливыми, улыбаясь и празднуя. А мы будем счастливыми, всем ветрам вопреки. Согревайтесь любимыми, теплотою и радостью. Начинайте свой новый день. Улыбаясь и... Молодцы! Молодцы! Счастливыми. Всем ветрам вопреки. А мы будем счастливыми, улыбаясь и празднуя. А мы будем счастливыми, всем ветрам вопреки. Согревайтесь любимыми, теплотою и радостью. Начинайте свой новый день с
вам огромное. А мы будем счастливыми, я в этом убежден. Ура! И будем друг друга беречь. Это главное. Это главное. Берегите друг друга. И близких ваших, и родных. Даже друзей. Да. Руслан, а что вы считаете своим самым большим достижением в вашей песенной карьере? Самым большим достижением в песенной карьере – это получение звания заслуженный артист Республики Беларусь. В 2021 году лично из рук президента Беларуси. Я считаю, что это вот высокое достижение. Я вообще считаю, что в принципе награды должны даваться при жизни. Вне зависимости, артистам там. При жизни, точно. И когда так, в таком формате, когда ты этого не ждешь, не готовишься к этому, это вдвойне приятно. Я вам больше того скажу. Когда я прилетел в Минск на награждение, и вот я ждал главу государства, там, и играл оркестр песни, значит, наших белорусских классиков, песнеров. Они были у нас в студии. Вот. И Себры. И я сижу, смотрю, значит, вот пока время есть ожидания, на роспись, да, мастеров, великой мастеров-художников Беларуси. И у меня вот эта музыка звучит, и вот и все эти росписи, и ком в горле стоит. И я ловлю себя на мысли, неужели я такой сентиментально стал, что я уже тут сижу, чуть ли не слезу, понимаешь, пускаю. Ну реально. То есть когда это по-настоящему, да, то есть вот именно так. Я считаю, так и должно быть. Вот это я считаю самым большим достижением моей жизни. Творческой. А как же победы в известных конкурсах, шоу? А победа в конкурсах – это составляющая определенного этапа. То есть это были ступени? На каком-то этапе, да, там была победа в одном конкурсе, потом на каком-то этапе в другом. Это все, знаешь, как бы такой багаж. Я люблю все-таки русским языком выражаться, да, багаж. Багаж, творческий опыт и так далее, который собираешь годами. Это так же, как в армии. Пойдешь закалка характера, так и здесь. Ты должен сталкиваться с разными ситуациями. Знаешь, вообще жизнь, она классная. Все, что происходит в моей жизни, я это стараюсь принимать и ценить, и беречь его. Вот чтобы, при том, что бы ни происходило. И поэтому, знаешь, вот эти все этапы в разный период времени, это прекрасный этап. И я ничего не хочу менять. И я до сих пор вам скажу, что я еще не, ну, я еще не думайте, что я только перед вами. Я тоже продолжаю учиться дальше. И так далее, и так далее. То есть ищу какое-то направление, репертуар интересный, возможно, отличающийся от того, что вы сейчас слышите. Вот. И это хорошо. И хороша жизнь тем, что есть такая возможность. Понимаешь, человек не развивается, мне кажется. Ну, жизнь, она не такая насыщенная, не теми красками. На вот. То она и жизнь нам дана. На то она, да, согласен, конечно. Безусловно, это так. Руслан, ты на сцене воплотил 36 образов. Давай посмотрим на экран. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь — игра, и кто же тому виновен? Что я увлекся этой игрой? И перед кем же мне извиняться? Не уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Знаете, когда, ну, у нас же там грим, да, пластический там, и так далее. То есть ты, как обычно, подходя к зеркалу, смотришь на себя и ищешь, что похож, не похож. Вот. Ну и чтобы достичь цвета глаз, близкого к Андрею Миронову, вот было использовано два цвета линз в одном глазу и во втором тоже. И вот первый раз, когда там же 36 образов было, и вот первый раз, когда я подошел к зеркалу, вот так вот посмотрел, я себя там не увидел, я испугался. Я увидел там Андрея Миронова. Обычно и себя там где-то раз. Вот, и говорю, увидел Андрея Миронова. Вот это был такой, знаешь, какой даже легкий такой стресс. Ну да, такое даже немножко страшное чувство. Вот уже, да. Ну это уже, кстати, это уже второй образ был Миронова, да, второй. Это, там я пел песню «Нет, я не плачу», а это пел песню «Странствие по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Искренне однажды, иногда, как говорится, я бы хотел забыться и уснуть. Дайте кораблю минутный лод». Это этот образ, да. Ясно, талант.
Что каждый из этих образов дал тебе, как Руслану Алехно? Ну, знаешь, я в себе открыл какие-то таланты, я их не знал, что они есть во мне. То есть я же не учился подражать голосам там и так далее. Mm-hmm. Вот каким-то таким моментом. Что-то это было внутри, жило во мне, я это воплотил в проекте. И что-то я использую где-то при записи там своего репертуара. Какие-то фишки, какие-то там, значит, стою там. Может быть, мне записать эту песню голосом Джеймса Брауна, а потом думаю, ну не поймут же. Ну как я буду петь голосом Джеймса Брауна, ну, например. Или там «Повороте», да? Вот. Где-то это в рамках, но где-то какие-то фишки, то есть они уместны. У нас в студии был Александр Олешко, он, да, кстати, тоже очень любит образ Андрея Миронова. Да. И он говорил, что артисты подглядывают, где-то подсматривают вот за великими актерами, да, особенно если нужно актера изобразить, и что-то к себе применяют. Вот ты так же делал? Знаете, у меня такой возможности не было, потому что... Вот, да, бы, он так за Гурченко подсматривал. Если бы я имел возможность хотя бы за кем-то вживую понаблюдать, за кулисами, то я было бы... Знаешь, ведь это такая работа, как бы, ну, в большей степени самостоятельная. То есть ты же сам смотришь этот референс, там, нюансы, да, вот этот фильм там, «12 стульев», там, как поворот головы, там, все нюансы, да, то есть каждый нюанс, вот, детальное изучение. А, наверное, да, наверное, легче, возможно, легче. Но у меня такой возможности не было. Угу. Не было. А в итоге все получилось. И знаешь, для меня важно было что? Чтобы тот артист, который сегодня увидит свое перевоплощение, не обиделся минимум. Да? И чтобы это было не смешно. Потому что когда это смешно, это уже пародия. Угу. То есть не испортить. Если ты уже берешься за таких людей, как... Ну легенд. Да, ответственность. Это большая ответственность. Так же, как и песню, которую ты берешь петь. Даже просто в своем репертуаре, где-нибудь на концерты. Это такой очень серьезный шаг. Угу. Для меня, я сейчас про себя говорю. А то какой есть... образ, какое перевоплощение далось тебе сложнее всего? Ну, наверное, тот образ, который состоял из двух образов в одном. Как, знаете, это два в одном. А именно, у меня был образ, дуэт, Джеймс Браун и «Повороте». И я двумя голосами исполнял, значит, эту композицию вживую, это как и все остальные, в эфире. Но загримирован был артист балета под «Повороте», который сидел просто на стуле и рот открывал. А, вот вот примерно на таком стуле. А я стоял, микрофон пел в образе Джеймса Брауна, его голосом, и разворачивался спиной, в другой микрофон пел голосом «Повороте», а он просто рот открыл. И это было впервые в мировом, это что-то мировое шоу один в один, и впервые во всем этом шоу мне дали приз за то, что дуэт обычно пишет в студии кого-то голос, а ты выходишь в образе и поешь, ну, чьим-то. А тут я два голоса использовал. Это был самый сложный образ, самый сложный. Я знаю, что ты обучался у самого Андреа Бочелли. Ты, да, собираешься заниматься оперным пением? Не то, что собираюсь. Я по образованию академический певец. Угу. Так просто сложилось, что я пою эстраду. А начинал я из, как раз таки, истории оперной. Именно оперной. И вот первые гастроли мои были с ансамблем песни и танца, где я исполнял под оркестр классические произведения. Это, знаешь, как бы это для развития. Это не то, что я хочу там что-то. У меня есть большая программа с симфоническим оркестром в прошлом году, на 24 февраля, на годовщину СВО в храме Христа Спасителя. В зале Церковного собора состоялась программа «Наследие» военных, исключительно военные композиции. Угу. Известные, культовые, легендарно написанные в годы войны. Вот такие. Это другая история. То есть, ну, не в таком же, естественно, костюме. А оперная – это третья тема. Вот. Поэтому это все интересно мне. А тогда в храме какую песню ты исполнял? А там был большой сольный концерт мой. 2,5 часа. Угу. Военных песен. «Журавли», значит, «Темная ночь», «В землянке», «На безымянной высоте», «Эх, дороги», значит, «Катюша», «Смуглянка». Вот 2,5 часа. Эх, дороги, вида туман, когда тревог до степной. Мне кажется, порой
солдаты с кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, превратились в белых журавлей. Все любимые песни. Да. Спасибо, в общем, зрителю, который пришел, нашел время. Так что это очень близкая тема для меня. Ну, что я говорю, вот дедушка один покойный, второй покойный. Прошли войну, много чего рассказывали. Семейные альбомы, сохранились награды. Поэтому... А где воевали дедушки? Ну, в Беларуси. Хотя мой дед, отец моего папы, покойный дедушка Василий, он был вообще узником концлагеря немецкого. Да, тоже бабушка тоже. Я рад, что мне довелось пообщаться с ними, провести детство все в деревне. Угу. Поэтому я не только пою, но я и колю дровишки, и картошечку, и сено покашу. В общем, не пропадем. В твоем репертуаре есть песня «Лапочка». Это твой личный отцовский опыт? Да, эта песня посвящена моей дочери, потому что когда... Я так сел и задумался, у меня же песни нет про дочь. Нет в моем репертуаре песни про дочку. Я позвонил, значит, Анне Силук, которая написала стихи, говорит, я напишу тебе песню. И она написала песню «Лапочка». И я эту песню очень люблю. Она посвящена моей девочке, доченьке. И я эту песню сейчас хочу спеть для вас в том числе, потому что вы также являетесь лапочками. Ха-ха, вот вам... Чьими-то дочками. Обязательно, да. Поэтому, да. С вашего позволения. Просим. Лапочка. Мы в семьях счастливы по-своему. Кому-то дочь, кому-то сын. У сыновей отцы все строгие. Они должны растить мужчин, а папы дочек избалована и зацелована живут, и по утрам с улыбкой гордою красавец в детский сад ведут. Лапочка, обнимешь ты, скажешь, папочка, и как пломбир на тонкой палочке. От этих глаз растаю я. Лапочка, когда-то станешь взрослой дамочкой, но помни, дама, сердце папочки. Всегда ты, доченька моя. Летят года стрелой натянут. Забот и счастье, хоровод. И вот чужой мужчина за руку красавицу жену ведет. Своими дочками, сынишками гордиться будешь, дорожить. Но для отца его малышкою останешься, пока он жив. Лапочка, обнимешь ты, скажешь, папочка, и как пломбир на тонкой палочке, от этих глаз растаю я. Лапочка, когда-то станешь взрослой дамочкой, но помни, дама, сердце папочки. Всегда ты, доченька моя. Обнимешь ты, скажешь, папочка, и как пломбир на тонкой палочке, от этих глаз растаю я. Лапочка, когда-то станешь взрослой дамочкой, но помни, дама, сердце папочки, всегда ты, всегда ты.
всегда ты, доченька моя. Спасибо вам. Спасибо. Такая трогательная спасибо песня. Спасибо огромное. Какой хороший, заботливый папа. За высокую папа. Оценку. За высокую оценку. Спасибо. Спасибо. Руслан, представь, пожалуйста, твой коллектив. Да, большим удовольствием. Давайте начнем с девчонок. Наш бэк-вокал. Лера, Марина, ваши аплодисменты. Очень приятно. Клавишный Альберт. Аплодисменты. Соло-гитара Федор, барабаны Екатерина и бас-гитара Виталий. Для вас мой родной, любимый, добрый, отзывчивый коллектив. Спасибо, очень спасибо приятно вам огромное. Очень ценю каждого из вас. Спасибо вам. У каждого артиста есть хит, который сделал его знаменитым. У вас эта песня необыкновенная. В следующем году этой песне исполняется 20 лет. 20 лет этой песни. Вы представляете? Эту песню написали для меня композитор Ким Брейдбург и поэт Сергей Сашин, когда я участвовал в проекте «Народный артист» в 2004 году. И вот финал был этой песни. Я ее записал в сольном варианте. После мы ее исполнили с моими коллегами Сашей Панайотовым и Лешей Чумаковым. Поэтому эта песня живет, и ее любит народ. И я всегда обычно спрашиваю, что вам спеть, сольный концерт, что вам спеть на бис? И думаю, ну спросят там лапочку там или... А мы будем счастливыми. Необыкновенную. Вот как только начинается концерт... Когда необыкновенную споешь? Я говорю, еще немного, еще чуть-чуть. Поэтому и я рад, на самом деле, что в моем репертуаре, творческой биографии есть такая песня, которую любит народ. Да, мы, и, правда, ее любим. Прекрасная композиция. Сколько лет, и вот столько лет, представляете, да? Вот, я даже на радио слышу ее, честно, случайно так совершенно. А давайте посмотрим на экран. Да? Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Сколько мне там было? 22 года. Как время летит. 22 года. Я знаю, что сейчас твои коллеги и поодиночке поют эту песню. Ее все поют. А нету... Не только они, все поют. Все, ну все, да, понятно. Нет вот этой творческой ревности? Ну нет, ну как ревновать? У каждого свой зритель, свой репертуар, свои песни. Ну у нас есть общий хит такой, который, я считаю, прекрасно, что есть возможность петь эту песню. Чем больше ее будут петь, тем больше она будет популярна, тем больше будут любить. Ведь мы же, так сказать, втроем, так сказать, дали жизнь этой песне. Поэтому... Ну да, но она была написана специально для тебя. Да, да. Собственно говоря, вот в проекте «Народный артист». И я рад, на самом деле, что сегодня эту песню знает не только, кстати, вот поколение мое. И тут недавно, ну где-то выступали, все слова знают, я вам клянусь. Многие артисты в этой студии признавали, что они не любят исполнять песни, которые сделали их популярными, потому что их на каждом концерте просят спеть эту песню вот так вот 20 лет одно и то же. А для тебя как это? В этом есть какое-то лукавство. Ну как не любят? Ну как не любят? Песни, которые, простите, до сих пор востребованы, которые любят и ждут, и просят, и ради этой песни, может быть, заказывают тебя на выступление. Ну реально. Ну, о чем мы будем тут, понимаешь, рассказывать, кто что любит, не любит и петь. Ее можно миллион раз петь, и она будет миллион раз по-разному звучать, и будет нравиться миллион раз. Это же песня, которая, простите, сделала тебя артистом. Твоя визитная карточка, можно сказать так. Как можно ее не любить? Да, к сожалению, таких песен сложно написать. Уже. Поэтому нужно ценить, нужно беречь, оберегать, заботиться о песне необыкновенной. Какое у тебя правильное отношение к этому? Ну, а как по-другому? Это жизнь моя, часть меня. Ну что ж,
Мы эту песню тоже очень любим и просим исполнить. Необыкновенная. Для всех самых милых, самых прекрасных и самых необыкновенных. Для вас. Будем петь вместе, да? Все готовы? Звезды перед тобою тускнеют. Нет второй такой в мире, как ты. В твоем сердце цветут орхидеи неземной колдовской красоты. Никого для меня нет дороже, лишь тобою дышу и живу, браво. Я не знаю, как это возможно, но подобно ты вся божеству. Необыкновенная, ласковая, нежная. Молодцы, поем со мной. Как океан безбрежная, любовь твоя. Целая вселенная, необыкновенная моя. Я тебя обнимаю, целую и тону в глубине твоих глаз. Если рядом мы, я торжествую, и весь мир расцветает для нас. Без остатка все дни и все ночи лишь себе посвящаю одной. Я к тебе, как к кресту, приколочу. Ты мой свет, неземной ангел мой. Необыкновенная, ласковая, нежная, как океан безбрежная, любовь твоя. Необыкновенная, милая, бесценная, ты целая вселенная. Необыкновенная. Твоем припев со мной. И оп! Необыкновенная, ласково нежно вы. Ласковая, нежная. Браво, браво. Как океан безбрежная, любовь твоя. Целая вселенная, необыкновенная моя. И теперь, дорогой зритель, вы без меня. Как океан, любовь твоя. Милая бесценная, милая бесценная, ты целая вселенная, целая вселенная. Необыкновенная моя. Спасибо огромное за вашу любовь, за ваш талант, за ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Маски и образы он примеряет только на сцене. В жизни певец Руслан Алихно мудрый, душевный и обаятельный. Это программа «Музыка плюс». Я Юлия Розенберг. Прощаюсь с вами до следующей пятницы. Всего вам доброго. Благодарю.